У вас, кстати, вид такой очень готический, то есть такой вот видно, что девочка любит рок. Да, девочка любит рок. Вы поете сами? Нет. Ну, для себя? Нет. В душе? Ну, знаете, я пою настолько противно, что я думаю, я бы, наверное, от своего пения в душе скончалась, честно. Но я, правда, очень плохо пою, ужасно. А не играете ни на чем? Я играла на электрогитаре. Где, когда? Ну, так, для себя, с ребятами, с друзьями периодически, но сейчас уже нет, отошла от этого дела. Да, а слушаете что, если слушаете музыку? Слушаю Кипелова, конечно, Кипелова. Почему, конечно? Арию. Ну, Кипелов — это рок-музыкант номер один в нашей стране, я считаю. Так? Ну, да. Не все так считают, я прямо... Ну, это мое мнение. А вы знаете, мне кажется, все именно так и считают. Есть поклонники, я согласен, есть поклонники у Муми Тролля, у Би-2, но... Все-таки Кипелов сегодня собирает больше всех. Я чувствую личную какую-то заинтересованность. Нет, знакомый с дружу. Кипеловым. Там, нет, 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 да, я дружу. Мы дружим много лет, дружу, а, ну, так, не поэтому. Нет, 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 я дружу, например, с Шурой из Би-2, и он часто бывает на наших концертах, и его супруга Ася, наша с братом, даже дальняя родственница. Но а я вот здесь поподробнее, как родственницы, это как? Ну, вот? Там прям совсем седьмая вода на киселе, но неважно. Ну, по какой линии? Все-таки это не мешает. По материнской или по отцовской? По маминой, да. Угу. Значит, и общаясь с ними, они все говорят, да, Кипелов — это машина, да, Кипелов — это вокал, да, Кипелов — это имидж. Все-таки Ария и Валерий, ну, они много лет на сцене рулили и рулят, и те концерты, которые... Давайте будем честны, у нас много популярных певцов, которые не собирают собственные концерты. Мы их все с вами знаем, а они работают в основном по клубам. Вот Кипелов до сих пор ни в один клуб так и не ушел. На корпоративах не работает, потому что собирает свои громадные стадионы. Ну, как и Запашные. Запашные тоже поэтому, однозначно, пускай не обижаются, все-таки Кипелов, наверное, он стоит отдельно, он действительно номер один, как рок-музыкант. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».